Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як минув рік для студентського самоврядування ДНУ в умовах карантину? Сьогодні будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в нашому прес-центрі. Заступниця голови Ради студентів ДНУ з питань медіа та комунікації Владислава Козіна, голова прес-служби Ради студентів ДНУ Вікторія Яковенка-Хохолєва та головний редактор студентського телебачення «Гончар ТІВІ» Антон Маринюк. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Дійсно, такий видався складний рік не тільки для всіх людей, в першу чергу для студентів, для студентського самоврядування, для активної молоді. Розкажіть, як минув рік у ДНУ і що змінилося з урахуванням карантинних обмежень? Ну, вообще наш университет славится очень активной студенческой жизнью. У нас проходит очень много масштабных мероприятий, есть различные виды активности для саморазвития студентов, и у нас всегда подготовлен план мероприятий на целый год, и с каждого семестра мы начинаем подготовку. Поэтому карантин нас застал очень несвоевременно, так как уже многие мероприятия подходили к концу своей подготовки или, наоборот, были в самом ее разгаре, и мы, ну, правда, не ожидали этого. Сначала у нас была такая стадия отрицания, потому что мы не понимали, что делать дальше. Нам казалось, что мы переждем немножко, буквально пересидим пару дней, пару недель, и все будет нормально. Но, к сожалению, такого не произошло, и мы поняли, что надо как-то адаптироваться к тем условиям, в которых мы оказались. И первое, что мы сделали, это упор на частый и регулярный постинг в соцсетях. Да, в принципе, роль социальных сетей за последние годы, она и так росла, и пандемия весенняя особенно внесла свои коррективы. Вот. Основной платформой для нас стал Инстаграм, так как целевая аудитория наша – это все-таки студенты, они любят все-таки больше эту социальную сеть. Весной я занималась пресс-службой своего факультета международных отношений, и в принципе, мы были частично подготовлены, так как с января мы уже начинали заниматься контент-планами, мы уже тогда поняли, что, в принципе, нам хочется давать не только новостной характер, но и какие-то полезности для студентов, и поэтому, когда весной это все закрутилось, мы частично были к этому готовы, мы просто стали дальше развивать то, что уже начали в январе. Своего рода инновацией для нас стали прямые эфиры от глав комитета факультета. Насколько я знаю, до этого никто ничего подобного в университете не делал, и это стало вот своего рода таким прорывом. Мы на этих эфирах и танцевали, и изучали что-то новое, также общались на разные темы. Это было очень-очень классно. Также было огромное количество постов полезных для студентов, они были как развлекательного характера, так и научного. Также очень интересным выдался доступ к платформе Coursera, который университет получил доступ к платным курсам и сделал их бесплатным для студентов. Это было очень интересно, потому что можно получить курсы образования в разных сферах, сидя дома. Что касается пресс-службы университета, для нас первым шагом стало подключение сервиса микролендингов Топлинк. Там мы объединили все ссылки с факультетами университета, а также с нашим сайтом, телеграм-каналом и ботом с обратной связью. Это кажется вот такой мелочью, но в принципе из таких мелочей и состоит классный сервис, который мы стараемся осуществлять. Бот с обратной связью стал такой новой идеей, своего рода инициативой. Потому что нам, во-первых, очередь, нам в принципе не все равно на наших студентах, но нам также еще важно понимать, что именно они хотят, так как за последний год пользователи стали сидеть в социальных сетях гораздо больше, и, соответственно, они стали более требовательными, и поэтому нам очень важно понимать, что же именно хотят наши студенты, это больше развлекательный характер или какой-то научный, и вот этим всем мы сейчас занимаемся, и сейчас мы занимаемся разработкой новой визуальной концепции, мы хотим, чтобы эта концепция она была более реалистична, чтобы студент, смотря на картинку в интернете, мог ассоциировать себя с этой картинкой, а не просто вот пролистывать ее, смотреть и не вызывать никаких эмоций.
Также мы проявили большую активность во время вступительной кампании. Мы поняли, что нам нужно делать отдельный вид контента, нацеленный конкретно на абитуриентов. И мы давали им очень много полезной и интересной информации, и это дало свои плоды, так как многие поступившие говорили, что это стало решающим фактором для них, так как при выборе вуза они последним уже и ключевое вот решение ориентировались они на соцсети. Они увидели, какой может быть студенческая жизнь, и это их вдохновило, и они убедились в своем выборе. Также мы использовали соцсети активно во время выборов главсовета студентов. Мы создали отдельный аккаунт для связи со студентами, и мы действительно услышали то, что, чего хотят студенты и чем мы можем им помочь. Также за это все время мы занимаемся тем, что мы освещаем все, что происходит в университете, мы следим за чистотой информационного поля, и вот из последнего мы придумали такую альтернативу мероприятию, которое обычно происходит на сцене, это фильм от студсовета АДНУ, и об этом подробнее расскажет Антон. Да, фильм «Студенту все еще 17», «Магистру все еще 17» — это нововведение от Venture TV, от нового студсовета. Раньше мероприятие всегда проходило на сцене, и переделать формат в видеокартинку достаточно сложно, потому что не было каких-то особых идей, и все это нужно было делать совершенно в сжатые сроки. Но благодаря ребятам со студсовета, благодаря поддержки, благодаря аренде техники, мы смогли сделать какую-то картинку. Что из этого вышло, но это уже на обсуждение, естественно, аудитории, студенчества и преподавателей, которые, возможно, это посмотрят. Фильм, лично от меня, это артхаус. Будет момент в ЧБ, черно-белая картинка, и, возможно, некоторые моменты тоже будем сделать, как в немом кино. Но это все пока идеи, которые уже потом скоро можно будет воплотить в жизнь и посмотреть, соответственно, на экранах. А на будущее от Гончаров, естественно, планируется введение новых мероприятий, чтобы показать зрителям, что мы не сидим на месте и сможем как-то воплощать свои внутренние идеи, свои внутренние желания в жизнь и показывать все это, естественно, на потоке, в социальных сетях, на сайте, ну и, естественно, на YouTube-канале. Все будущее развитие будет зависеть от команды, будущее, которая присоединится и будет действовать в рамках своих идей, в рамках того, что сможет предложить. Также мы нацелены на сотрудничество с различными образовательными проектами. Мы часто публикуем всевозможные виды курсов, вебинаров бесплатных. Мы хотим, чтобы у наших студентов была возможность саморазвиваться, даже сидя дома. Также у нас очень активно проявился киберспортивный комитет. Они участвуют в разных турнирах, они создают свои. И это очень прикольно тем, что ребята могут заниматься тем, чем им нравится, при этом развиваться. Кіберспортивний комітет, якщо можна трішки детальніше, тому що багато хто не розуміє, що це взагалі означає. Ну, якщо чесно, теж к ним отношення нікого не маю, але, наскільки я знаю, ребята грають різні ігри онлайн і соревнуються, у них є якісь база призов, і це все на конкурсній основі відбувається, і їм дуже подобається, вони довольні, вони отримують додаткові бали, все супер, всім подобається. Антон, хочу звернутися до вас з приводу саме фільму. Ви так сказали, що це буде артхаус. Артхаус не всім зрозуміє. Міла насправді така течія. Як ви вважаєте, от чи зрозуміє глядач все, що хотіли ви передати? Если честно, сложно сказать, потому что, опять же, работа артхауса подразумевает то, что не всегда понимает зритель. Поэтому я жду небольшую критику, жду небольшие гневные комментарии, на что вы потратили деньги. Но все это, опять же, как скажет зритель и как ему понравится. Будем следить, будем смотреть, но, опять же, это пилотный выпуск от студсовета и от Гончаров. Первый фильм, который выпустился за последнее время, были некоторые короткометражки, но такого плана я не помню, что было на ринки. Тобто це буде повноцінна стрічка. Яка її тривалість, якщо от, я розумію, що це все в моменті розробки, але все ж таки, от, якщо більш детально, хто актори, як це знімалося, тому що ми розуміємо, там є захід магістру знову 17, він збирав величезні зали палацу студентів, виступали студенти, це все було за підтримки і викладачів. Зараз не можемо це все провести, не можуть студенти залучитися до таких заходів. І от ви вирішили зняти фільм. Як це відбувалося? Як ви адаптували захід офлайн-формату під кіно?
Фактически мы взяли сценарий стандартного магистра все еще 17 и решили его преобразовать в видеоформат. Это было сложно, но благодаря сценаристам мы смогли это сделать. Были прописаны некоторые моменты, были прописаны основные локации, а диалоги остались именно импровизационные, чтобы показать живость картинки, показать живость магистра и первокурсника. Главными актерами у нас стали это Александр Сидыш с «Вистеха» и Арчи, назовем его Арчи, no name. Если честно, до сих пор не знаю, как его зовут, но это не в суть. Главное, что он отыграл свою роль и сделал это, в принципе, в рамках доступности. По съемкам проводилось это все на несколько камер, было задействовано около 4 локаций. Все это студенческий городок, первый корпус, общежитие и дом культуры. Было много реквизита. Были сложные съемки. Одни из самых сложных съемок были, наверное, в трамвае, потому что нужно это подобрать тот самый трамвай, потом подобрать еще раз тот самый трамвай, чтобы не поменялся кадр и не было ляпа, и как-то удержаться, когда тебя трясет из стороны в сторону. Но, в принципе, какая-то картинка, я думаю, выйдет. И, пожалуй, самыми интересными моментами была съемка в Доме культуры. Мы воссоздали сцену из Кубка ректора прошлого года, номер журфака. И ребята подошли к этому делу серьезно, собрали команду. Было мало людей, но мы решили помочь им массовкой. Массовка тоже подготовилась, прорепетировала и смогли станцевать еще раз достаточно трудный отрывок из номера и показать все это в свет. Коли ж планується прем'єра? Прем'єра планируется 31 декабря в 10 часов на площадке Instagram и YouTube. Що ж, будемо з нетерпінням чекати. Владислав, розкажіть, будь ласка, які ж плани на майбутнє? Тому що ми не знаємо, що нас чекає попереду, чи буде на все ж таки довгоочікуваний вихід з карантину, або ми залишимося на дистанційному навчанні. Що планується від Ради студентів? Ну, ми збираємося далі продовжувати активний упор на соцсети. Ми хочемо осваивати нові платформи, такі як TikTok, наприклад. Також ми вже ведемо переговори з університетами другого міста, конкретно со Львовом. Мы уже с ними наладили сотрудничество, хотим встретиться в формате онлайн, и когда уже, надеемся, когда закончится карантин, мы сможем поехать к ним в гости и погулять по Львову. Также мы продолжаем дальше активно сотрудничать с различными проектами и просто держать вот этот темп. Хочу, аби ви так надихнули студентів, тому що дійсно, особливо першокурсники, які вступили цього року, вони не те, щоб жаліються, але їм дуже шкода, що вони не змогли от стати, залучитися до тієї активного такого студентського життя, тому що, знову ж таки, карантин диктує свої правила, але робота студради доводить, що насправді жодних правил карантин не диктує, і можна продовжувати бути таким активним, відповідальним студентом. Розкажіть, можливо, от є якісь у вас поради, настанови тим, хто зараз нас із студентів дивиться, щоб довести їм, що дійсно карантин не заважає такому активному, чудовому часу, як студентське життя. Да, на самом деле карантин – это отличный такой двигатель. Он заставил нас думать совершенно в другом русле, придумывать новые идеи, придумывать новые форматы, адаптироваться к тем условиям, в которые, к сожалению, мы были поставлены. И это, наоборот, очень нас вдохновило, зарядило. Поэтому, я думаю, ребята также меня поддержат. Ну, вот в работе пресс-службы я уверена, что это очень нам помогло даже. Так, Виктория, можливо, от... Да, конечно. Это стало таким двигателем прогресса. Диджитализация, она, в принципе, выросла, в том числе и в нашей пресс-службе. Мы стали искать какие-то новые решения, новое сотрудничество. Мы стали больше, в какой-то степени, наверное, даже думать про студентов, потому что, когда все оказались дома, мы стали искать решение, как помочь студенту и развлечься, и обучиться, и как сделать это, не выходя из дома, поэтому это стало очень классным двигателем нашей работы. И в планах сейчас мы много сотрудничаем с разными платформами, как говорила Влада уже, и образовательные проекты, и другие, другого рода проекты. В дальнейшем мне бы хотелось начать, наверное, даже создавать свои собственные проекты, которые университет может предложить нашим студентам. Поэтому я думаю, вот такие вот у нас планы пока что. Антон. Да, и опять же, благодаря
грубое слово благодаря карантину, но некоторые моменты стали действительно доступными в плане диджитализации университета, в плане диджитализации продакшена, в плане гончаров и так далее. Все это, естественно, будет развиваться еще, потому что это все в новинку, и все это выстрелило очень-очень не вовремя и неловко, но при этом жесткие рамки, которые ставят нам окружение, влияет на развитие и на творчество. И, наверное, пожелать студентам, которые не застали всех мероприятий, это участвовать во всем, что предлагают, и пытаться как-то себя показать. Творчество – основной двигатель прогресса, и если мы будем просто сидеть дома и ничего не делать, ну, это будет немножко неинтересно и скучно. А так, развитие, хобби, идеи и желания на будущее, естественно, помогают как-то добиться и показать себя в новом свете. Мероприятия будут, опять же, проводиться в карантинных условиях. Это будут какие-то фильмы, будут небольшие камерные вечера, вероятно. Будем искать локации и, естественно, как-то развлекать зрителей, которые сидят сейчас дома. Що ж, сподіваюся, ваші слова дійдуть до потрібних вух. А, до речі, як от адміністрація університету реагує, підтримує якось наших студентів активних? Так, звісно, адміністрація підтримує. Вони ж теж такі ж люди, їм теж не дуже подобається сидіти і дивитися в пустий екран. Поэтому они нас поддерживают, они сами говорят, может, что вы придумаете что-то, чтобы развлечь студентов. Как-то тоже очень нам важны абитуриенты, потому что из-за отсутствия формата открытых дверей в онлайн формат все равно этого не передает. Но с помощью вот диджитализации наших соцсетей мы реально стали ближе к будущим студентам, и мы с ними связываемся, мы им помогали, мы давали им возможность проконсультироваться у нас, например, насчет ЗНО, и поэтому адміністрація нас очень в этом плані підтримує. Що ж, тоді будемо сподіватися, що дійсно карантин скоро мине, минуть всі ці заборони, дистанційне навчання, і ми зможемо вже всі разом відвідати улюблений палац студентів ДНУ імені Олеся Гончара і відвідати такі заходи, як і містер і міс, університет, факультет, кубок ректора, дні першокурсника, які дійсно завжди збирають величезні зали, натовпи глядачів. Сьогодні говорили про студентське самоврядування ДНУ, як для них минув карантинний рік. Разом з нами були заступниця голови Ради студентів ДНУ з питань медіа та комунікацій Владислава Козіна, голова прес-служби Ради студентів ДНУ Вікторія Яковенко-Хохолєва та головний редактор студентського телебачення Гончар ТВ Антон Маринюк. Будемо чекати від вас нових новин. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!